Вот в чем прелесть забора. Потому что берешь вот так вот. А давайте, давайте, до свидания. Пусть вываливается, а сам можешь спокойно обуваться. Че, котешка? Беги куда хочешь. Винченцо. Че, как дела? Здравствуйте. Че? Котофеич не выходит, да? Сидит там. Спрятался. Ой, скажи, ходить можно вообще где угодно, убегать от тебя, да? Делать, что хочешь. О, смешные звери. Когда заборчик-то есть. Все, вообще. Можно спокойно свои владения обходить. И человек особо сзади болтаться не будет. Деловая колбаса. Петуха расчепушили. Давайте его покидаем. Ну давай. Что ты тут с ним бежишь? Сабли свои распустила. Подстричь бы тебе их. Дай. Дай, петуха. Все, что от него осталось. Подожди. Посмотрите вообще. Покажи-ка. О, что это? Ой, петуха увели. Да. Вот так петуху. За что? Интересного только петух. Петуха поймали. Молодец! Буся, почему по деревьям не лазишь? А то там не нравится людям тенденция. Ну-ка, быстро лазь по деревьям. Быстро по деревьям лазь. Иди по деревьям лазить. Быстро, быстро, на дерево быстро. Быстро на дерево. Залазь на дерево. А то придут и заставят на дерево залезть. Такие вот. У нас некоторые подписчики. Что ты, ни на дерево не хочешь лезть, не разговаривать? Ой, ой, жабуся. Ой, жабуся какая. Вообще. Ну, такие дела. Ни на дерево лезть, не разговаривать не хочет. Кошка это картошка. Все, гуляем по собственной территории. Можно теперь прямо с дома их отправлять. Без всяких поводков и ошейников. Да? Может, еще мне пойти кофе сделать? А вы тут будете гулять. А? Буся-бубуся сидит на пригорочке. Осматривает свои владения. Винченцо там что-то тоже осматривает. Что, зима начнется, будет лазить по деревьям, пока она эти деревья вон обгрызает. Веселый садовник. Салазь на дерево. Ой, у меня тут удочка петушиная была. Венза. Тащила петуха.
Ну, я хотела на дерево его закинуть. Не получилось. Залазь сама. Буся. 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 Нет. Сейчас петуха закину. Нельзя, она играет, видишь? А где вторая твоя курица? Где твои все мечи? Почему вам всегда одна и та же игрушка нужна? Скажите мне, пожалуйста. Просто вообще. Что за звери? Петух им один нужен. Ты сейчас леопарда утянешь. Какая вообще собака эта настырная. А вот так надо было вдруг. Боже мой, вы как дети. И тебе не сильно-то нужна, да? А нет, нужна. Вот убрала у тебя игрушечку, утащила тебя куда-то, да? Бедный ты, вот твой. Куда тебя утащили? Смешные. Такие дела. Обо все как-то надо тачить, обо все. Конечно, вот так вот. Буся, тебе не кажется, что эта веточка тонковата? Березовая чудесница. О, глаза насыпались. Венза, ну что ты там отрываешь уже? Ну-ка прекрати. Уже разрывает петуха. Вот так ты играешь. Ух. Куда наш леопёрда? Ушел. Камера как-то плохо снимает. Но вон, птица эта просто забралась. Конечно, по такой березе. И Венза бы забралась. Что дальше будем делать? Ага, ну почему бы вот туда не забраться? И еще не пооткусывать пару веточек. Давай, разворачивайся, обратно иди. Забыла уже? Ой, пропадаешь с кадра, как по деревьям лазить. Да? Что вниз-то пострашнее, чем наверх. Телефон держу, а сама глазами смотрю на нее. Ну, плохо видно все равно, конечно. В листьях там. Кикимору эту. Давай, давай, слазь. Залетела-то резво. Ты что не слезь? Что ты там строишь из себя? Тем более у тебя хтище, саблище. Ура! Леопадра вернулся. Оп! Ахахахахаха! Увели твоего петуха, пока тут баловалась.